Ну вот, друзья, крокодил Ставрополя пришел после субботника, проведенного в городе. Как по их данным говорят, там где-то 5000 участвовало. Хотя 5000 это ерунда для такого города. Ну, неважно, сколько участвовало. Факт то, что вот эту мусорную свалку в речке так и не убрали. Вот видите, та многолетняя мусорная свалка покрылась травой. И уже закрыла ихнюю мусорную свалку. Теперь все красиво. Вся красота, видите, вот. Посмотрите. А вот тут трава не закрыла. И вот этот бардак, вот он, остался под этой травой. Так что пиар продолжается. Все разговоры зациклены на Чебурашках. Проблем в городе, кроме Чебурашек, поставить Чебурашке памятник. Ну и где вы провели субботник на речке? Я вот эту речку показываю, повторяю, 4 года показываю. 4 года. 4 года здесь никто ничего не убирает. Хорошо видно? Здесь вот еще трава не закрылась. Мусорную свалку. И дальше. Вот еще 50 метров пройти. Там такая же мусорная свалка. Я думал, что эти субботники и эту речку, вот эти мусорные свалки показываю уже 4 года показываю. Реакции нет от мэрии. А почему нет? А потому что им это не надо. Их никто не наказывает. Посмотрите. Вот сегодня 14 апреля. Как была загажена речка, так и осталась. Хорошо видно. Все закроется сейчас, скоро трава вырастет. И Моисеев доложит. Субботник провели, город чистый, речка очищена от мусора. А это самый центр города. Хорошо видно. Вот тут трава не закрыла мусорную свалку. Хорошо видно. Вот так у нас работают кисловодские. Вот так они очищают загаженный город. Весь бардак на моем канале. До новых встреч, крокодил Ставрополя.